Давай, где ты? Там? Еще раз привет. Сегодня прямые эфиры такие получили, сессии больше для мозга, да, чем проработки какие-то. А в прошлый раз напряжение в плечах на себя. Давай еще раз повторим. Я буду говорить, не вникает, просто дыши. Ладно, процесс пойдет, потом поработаем, посмотрим. Все хорошо, да. Комментарии читаю. Кого-то горло заболело, в общем, откашливается там. Еще лучше дальше. Горло заболело прямо в эфире. Кашляйте, серьезно говорю. Я сплевываю. Сделаю глубокий вдох, а кашляю и сплевываю с горла. У вас ощущения сейчас какие в теле? Я вот, получается, верхняя затылочная зона не головы, а шеи. Какие-то неприятные ощущения. Давай, давай еще. Дыши. Ну, сейчас здесь закончу, потом я тебе постучу, ладно? Еще лучше. Дышите все, не скучайте, прям
Глубокий вдох, выдох. Дыши глубоко, не замирай. Не замирай, дыши. Что с тобой происходит? Глубже. Глубже дыши. Еще. Ощущение в теле. Вроде вот как больше начал воздух проходить легче. Угу. Как бы, когда вдыхала, вот в верхней части не пропускала боль. Угу. А в матку сможешь вдохнуть? Прям представь, как будто в матку дышишь. Сейчас попробую. Давай. Еще могу что тут объясните, дышите глубже, сами все поймете. За это не переживайте, не перейдет. Еще вдох лучше. И выдох. Прям в печень вдохни. Глубже вдох. Вдохни глубже, говорю. Эфиры нет, я эфиры буду делать по настроению, я не знаю, когда делать, когда буду. Когда есть желание, когда делать. Просто этот формат пока интересный, поэтому я его и делаю. Пока это забавляет и... Дыши глубже, не замирай. Ты что ты делаешь? Ну, я пытаюсь глубже вдохнуть, мне как будто что-то какой-то этот... Давай, вдох сделай. Ты что-нибудь отвечай, а то я тебе говорю, ты как лежишь, ты кинешь. Вдох глубокий. Нет, я когда делаю вдох, мне просто как будто какое-то препятствие становится. Приходится замирать. Глубокий вдох. Прям насильно давай. Выдох. Еще вдох. Через нос вдыхай. Угу.
Еще глубже. Еще глубже. Да, окружение в голове и в ушах тоже как шум. Хорошо. Глубже дыши, не замирай. Выдыхай. Она чувствует, у нее что там происходит, она сама контролирует просто. Дыши глубже. Вот да, понравится. Задышим. Давай еще глубже. Ощущение в теле. Вот левая рука немеет, и
там, с верхней части спины. Все-таки держит что-то. Эмоции какие? Эмоции расслабления. Угу. Или наоборот, даже напряжение. Выдыхай свое напряжение. Да. Сейчас ощущения твои. Усталость есть в организме. Угу. Хорошо, давай. Выдыхай. Ты дыши, но сегодня не светит. Помните, я вам показывал? Ты дыши. Смотрите, такая штука, она должна вращаться по часовой стрелке, по идее. Говори, я. Я. Имя. Альфия. Выбираю жить. Выбираю жить. Прям повторяй. Без остановки я выбираю жить. Я имя выбираю жить. Я Альфия 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 выбираю жить. Повторяй, повторяй. Я Альфия выбираю жить. Я Альфия. Громче. Выбираю жить. Я Альфия выбираю жить. Давай, давай, давай. Повторяй. Я Альфия выбираю жить. Еще. Повторяй, ты говори, не молчи. Я Альфия выбираю жить. Еще. Я Альфия выбираю жить. Я Альфия выбираю жить. Я Альфия выбираю жить. Успокаивайся, Ринь. Я Альфия выбираю жить. Я Альфия выбираю жить. Ты сейчас что делаешь? Я... У меня зарядка садится. Сейчас я подключусь. Я Альфия выбираю жить. Я Альфия выбираю жить. Громче.
Я выбираю жить. Да, я подключила, но не знаю, что у меня зарядка барахлит. Я Альфия выбираю жить. Реви давай! А, вот так. А, вот так. В голос реви. Я тебе говорю, выпускай. А в голос громче реви. Я не успокоюсь.
Не задавливай его, реви.
Ты можешь взять подушку и в нее поорать прямо? Вообще? Да. Возьми подушку, прям прори, вот какая-то агрессия идет, прям прокричи прям все. Ори. Да. Выдыхай. Поняла про что это? Ай. Поняла про что это? У меня в основном потери мои близких. Угу. Ты когда умирать собралась, скажи? Когда жить не хотела? Ну, вроде у меня такого не было, чтобы я прям совсем жить. Ну, было в прошлой жизни, когда. Ну, прошло уже. Смотри, программа, вот, допустим, ты один раз говоришь, я не хочу жить, да? Если ты еще пошла там лекарство или там веревку с мылом, это уже действие. Вот эти программы, они очень, ну, их надо убирать потом. А если ты один раз сказала, я не хочу жить, то ну, оно и будет работать. Тебе очень важно теперь в течение хотя бы 21 дня, да, говорить «я имя выбираю жить». Целый день ты прям хочешь и себе это проговариваешь, поняла? Хорошо. Как только ты захочешь жить и выберешь жить, ты сразу залетишь, будешь рожать, поняла? Все, понятно, спасибо. Потому что если ты не хочешь жить, какая душа в тебя придет, ты мне скажи? Нет, ну у меня сейчас, да, я поняла, в данный момент я себя нормально чувствую, ну в плане того, что... Я видел, да, мы тут сейчас видели, как ты себя хорошо чувствуешь. Поняла меня? Да. Выбери вот эту программу, которая старая была, развоплоти ее. Хорошо. Договорились? Хорошо, как спасибо. Этот напиши, мы еще один эфир сделаем, ладно? Окей. А то тебе на всем интересно. Но упрямо это нереально просто, конечно. Почему? Ну, долго ты раскачивалась. Ну, все-таки я долго на прямой эфир решалась. Это мне сегодня племяннику говорил, можно сказать. Хорошо. Просто хотелось с вами все-таки пообщаться. Тебе, смотри, тебе сейчас надо, ну, тебя будет еще немножко колбасить, дня три ты будешь плакать. Угу. Ты будешь в состоянии, в таком это, да? Реви прям. Хорошо. Ты не останавливайся, прям плачь, тебе будет прям намного легче. Хорошо. Просто, как бы, ну, вот насчет плача имеется в виду, что вот, ну, у меня как бы потеря была недавно, сильная такая, это потеря мамы, и вот как бы, когда плакать хочется, ну, например, дома не можешь, потому что, ну, не будешь ты все время это людям показывать, и как бы получается вообще даже места нет, где бы пореветь, и как бы, ну, то есть у меня сегодня такая просто ситуация, что
я могу себе это позволить. И как бы вот и совпало Смотри. Так, что эфир произошел. После завершения эфира закройся в комнате и фатально проплачь прям свое горе, поняла? Хорошо. Где-то час прям сядь и прям реви, чтобы тебя не трогали. Поняла меня? Хорошо. Боль вот эту сердце вытащи прям все до конца. Хорошо. Угу. И, Игорь, вот еще вопрос, а вот в основном как по здоровью вы чувствуете что-то во мне? Так-то, в принципе, как бы таких видимых у меня причин нету, но смотри, все-таки... я здоровьем не занимаюсь, да? У меня здоровье, оно больше побочный эффект, чем цель. А, ну все понятно. Все понятно. Да? То есть да-да. Я в этом не сильно специализируюсь. Угу. Эмоции я могу чувствовать, что у тебя там в груди сейчас болит, там, и надо проплакаться. Ты вот эту боль про маму вытащи до конца. Хорошо? Угу, хорошо. И раздражение вот, какое-то. Да? Вот на спине вот все-таки вот задняя часть спины болит, верхняя. Ты тоже всем помогаешь. Чего ты лезешь ко всем? Натура такая, наверное. Помогать, ну, да. Это и есть. Тебе тоже болит, всем во всем отказывать. У нас сейчас вот с мужем, например, противостояние идет. Как бы у меня установки семьи такие, что нужно помогать. У него установки другие. И у нас как бы вот такое противостояние. И кажется, как будто ну, мы как бы на разных берегах с ним вот в этом вопросе. То есть мне иногда хочется, чтобы... На одном берегу. Что? Теперь будешь на одном берегу. А, то есть помогать не надо, да? Нет, не лезь со своей помощью никуда. Даже сестре. Даже сестре. Просто как бы, ну, по финансовой части получается, как бы больше я могу помогать вот своим близким и так далее, да? И как бы считаю это долгом своим. Слышишь, мать Тереза, закрываешь свои потребности, сестрам не помогаешь, поняла? Хорошо. Они не будут развиваться, если ты их кормишь. Вот это пойми. Вот смотрите, всем говорю, когда ты, да, помогаешь кому-то или кого-то содержишь или обеспечиваешь, да, ты останавливаешь его эволюционное развитие. Человек перестает развиваться. Понятно. Услышала? Да, я поняла вас. Если хочешь, чтобы у них было все хорошо, не станем помогать, они смогут жить сами. Ну, а как бы, допустим, если я, например, там, племянникам что-то хочу купить, ну, это же не помощь, это просто, да, как бы? Вот это... Ничего никому не делал, поняла? Хорошо. Угу. Хорошо. Все тогда. Спасибо большое. Рада была все-таки встретиться. Взаимно. До свидания. Давай. Всего хорошего вам, Ака, здоровья. Всего хорошего, давай пока. Айнура, ты там где? Давайте еще попробуем.